Псалом 101. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне. Я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. От гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей, ибо созиждет Господь Сион и явится в славе Своей, призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он приникнул с святой высоты Своей. С небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти. Дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: «Боже мой, не восхить меня в половине дней моих! Твои лета в роды родов! Вначале Ты основал землю, и небеса — дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты пребудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их, и изменятся. Но Ты — тот же». И лета Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом Твоим.